Всем привет, с вами Михаил из Далласа. Сегодня у нас познавательное видео. Вы можете себе часто задавать вопрос, что делать, если у вас накопилось много мусора, и его надо куда-то сплавить, а в обычную мусорку он не влезает. Такое происходит редко, но бывает. Для таких целей у сити, то есть у муниципалитета, есть такое место, куда можно свести мусор самостоятельно. Сейчас я направляюсь в такое место. Значит, два раза в месяц, предъявив счет за воду и права, которые показывают, что это ваш адрес. Ну, не права, но ID, в принципе. Вы можете совершенно бесплатно выгрузить туда небольшой грузовичок мусора. Помимо этого, в этом же месте наш город делает компост из сданной нами травы там и обрезков из кустов, из деревьев. Город готовит компост, и можно раз, по-моему, раз в месяц, мне кажется, тоже взять грузовичок компоста с того же самого места, куда и отвозится мусор. Это не свалка, это такая там такие ямы, и туда сбрасываете его в яму, а грузовик оттуда, бульдозер оттуда это забирает, перекладывает в грузовик. И это потом свозится на свалку. Находится это на окраине города, на границе между Плену и Аленом. Обслуживает, соответственно, оба муниципалитета. Компост мы тут не брали. Пока не пришло в голову, что бы с ними делать. Но вот мусор уже один раз мы туда свозили, и вот сейчас я туда еду еще один раз. Суббота, и вот люди вывезли свои корветы на прогулку. Уже сегодня встречалась в Феррари, которая тоже выехала погулять. Корвет явно, на котором не ездят обычно. Чистенький, вылизанный. Сама это за деревьями. Сейчас мы к ней подъедем и будем общаться с дядечкой.
ты, какая очередь. Все стоят. Значит, в очереди. Сейчас нас направят.
Вот так вот это все работает. К сожалению, по-моему, камера выключилась посередине. И вы не увидели трактора, который все подобрал. Ну, в общем, все вот такое вот. Все для людей. Вот так вот все делается. Трактор приезжает, забирает это все, сбрасывает на грузовики. И все вывозится на смалку. Все, всем пока!